Че, парни, позырим игру? VP Spirit. Я вообще 20 минут назад узнал то, что турнир сегодня, прикиньте. Так, мужики, стример проснулся. Стример проснулся. Чё происходит вообще? Он снова серого ебут. Кавказ ебаный, ты мог с киллом попасть? По драфту Свен ебёт тут всех. Свен всегда был хорошим героем против Банши, потому что Warcry очень хорош против духов. Свен лучший герой против Ликантропа, опять же из того же Warcry и Сплэша. Эти Лишрак Бист выиграли низ в дерьмище, просто обоссали эту лидию. Тут типа чё, просто Ликан взят ради Ликана, он никого не контрит, ему очень тяжело играть тут. Ну, все по корам, типа, вообще, у них ни один герой, ни одного героя не контрит. Они взяли Никса после Лишрака, типа, Лишрак за первую стадию. И очевидно, что после Никса он сразу будет сделан саппортом. Верка сдохла. Никс ебал ТП. Я не знаю, чё, защита? Почему они ещё не ливанули? Они въебали драфт, ебали все линии. Нахуй они играют? На что они вообще рассчитывают? Сейчас Варлоку дают книгу. Кстати, выживет. У него хп реген очень большой. Ну и похуй. Не знаю, они могли еще на стадии драфта ливануть. Типа на стадии драфта уже понятно, то что они въебали. Я не знаю, как он так сильно драфт слил. Но драфт слит просто в дерьмище. Типа эти щелов аут, типа на овер-агрессии как-то получить преимущество. Но я даже не знаю как. Паша еще явно хуйню сделал. Если бы он буквально подождал еще лишь 40 секунд 5, они бы могли убить легко эту баншу. Мне еще не нравится, как он на лишке играет. Ну, сам нам невозможно попасть. Тут он вообще без шансов. Ладно, я понял. Значит, у нас стаканы. Дефолт, наверное, нормальная игра с Свеном. Кстати, у ВБ вообще никогда с ней проблем не было. У них в каждом составе всегда очень большой приоритет на эдженты, если есть Свен в команде. Но это супер правильно. 10 не получится сразу 6, у него там был 4 с хуем. Но на 11 точно был уже 6, но голема они все еще не кинули. Хороший стан, чем может даже без тающего убьют. Как-то они хуйду делают. Она вроде не так далеко стоит от Свена, типа, но суть в том, что Свена супер быстро фармит, а Банша нихуя. Он питор, топ питор в стиме сдох Свену. Свен уже Пидача обогнал. Хотя у него в игре было... Он убил сейчас, по идее. Рор не надо вязать, но это очевидно. Они сейчас могут Рошана обойти и выйти. Даже не Рошана, типа, по-моему. У них есть медалька. Извиняюсь. Типа они сделали фраг на Ликане, у них есть 40 секунд, у них есть голем, у них есть медалька, у них есть заказ с формой только включенной. Не буквально только не было мана на Свене, но мана на Свене там, не знаю, вот да, мана на Свене не было никак зарегенить. Да хватит. Он еще когда в первый раз на лейнинге внизу попытался дать молнию в Никса, это было точнее на эншентах, а тот не нажал карапас. Во второй раз, то есть сейчас, он должен был сразу давать молнию, потому что это 100% очевидно, что он не нажмет карапас. Это нужно понимать в игре. Может станет, может станет.
Вообще хорошо. Я не уверен, что он это специально сделал, но он в итоге еще рор завязали, поэтому это заебись. Возможно, специально ждал рор, возможно, нет, я не знаю. В любом случае получилось хорошо. Роджер все заебись сделал, он пропушил лейн, выигрывает время. То есть это смерть максимально пиздатая, то есть это супер охуенно, что он сейчас делает. Даже несмотря на то, что фраг забрала банша, это вообще похуй, типа. Бля, у нас было столько с Серегой споров, когда мы в Веге играли, короче, там было в мета, что все китайцы на банше играли, все СЛАР билдили. Я типа Сереге говорю, Серега, ебать, типа СЛАР пиздатый темп, типа, билди тоже СЛАР. Типа, у нас даже типа вообще ссора была такая нихуевая по этому поводу, типа из-за СЛАРа она больше вообще эпик. Да, как он нафидел-то? За счет Рома драфтить, типа Рома вообще в ноль выиграл драфт, имха, он вообще заебись задрафтил. Но он как-то играть стал хуже чуток, мне кажется. Типа раньше у него прям стабильно было куча шмоток, не очень много смертей. Прям стабильно без этого отыгрывал. Последние игры, типа, он немножко стал хуже играть, по-моему. Типа, очень мне нравится его индиск сам по себе и... О, нападение. Били Фенгар, но это похуй. Короче, вот эта вот тема надо спать статус резистенса, это типа одна из причин, почему я играю на решаке, иногда собираю эту шмотку, типа чуть ли не в приоритет. Это очень круто. Начинается файт, но все, типа, ходят файт, пизда всем должна быть. И, типа вот, там, да, не было ульта у Банши, да, они не были готовы к файту, бла-бла-бла-бла-бла, но это все хуйня. Даже если было ульта у Банши, что она может сделать против Warcry, я вообще не знаю. Типа, ну, о, сам подвоим, до свидания. Вован хуёво сейчас сыграл в этом моменте. Не буду перематывать, но, короче, тут все стояли в ряд. Вот, все стояли в ряд, и ему нужно было стрейфиться наверх. Короче, вот тут был герой, вот тут был герой, вот тут был Ван. Они оба выходят с стана. Он должен был без стычки сразу стрейфануться вот сюда, и тогда ФНГ бы сдох. Если он нажмет Солар на кого-то, чтобы хоть кого-то пробивать, то он сам будет вообще кусок говна безарморный. Но его не убьют. Ну вообще никак не убьют. Ну вообще никак не убьют. Он сейчас сам возьмет всех убьет. Если захочет, блядь. Не качал бы, потому что, учитывая, что Сон играет без CE, учитывая его мувспид без Warcry 375, даже с талантом, а ну вот. Все, ну это очевидно было. Типа, даже когда на линию теряли, это очевидно, что эти челы, ну, не могут проиграть. Это просто аутдрафт. ВПС играли дерьмово, они выиграют только из-за аутдрафта. Понимаете? Они выигрывают только из-за аутдрафта. Я бы даже сказал, что эти челы, наверное, лучше сыграли где-то. Ну, они ошибались, конечно, много. Но в целом они, типа, несмотря на то, что въебали три линии, типа, сесть в сторону и делали нормальные вещи на протяжении какого-то времени. А у этих челов, ну просто типа дикий аутдрафт и все, они выиграли, но они хуево сыграли. Фэнга ревили смоук. Он Warcry не нажал, поэтому вообще дэмэдж получает. Если смог бы под Warcry, ему вообще бы хп не снимало. На тупорором добил. Надо баншу раз убить, чтобы ульта спала. У него и сыра, и Эггс теперь. Все, голем есть, ебать. Рор есть. Что-то Рома хуево врывается. Хотя вообще, я в этом точно не уверен, но возможно он специально не жмет Warcry. Потому что типа он понимает, что в БКБ, даже если его будет дамажить, типа как-то, то типа ну похуй. Его убить в любом случае не могут. А вот после того, как у него кончается БКБшка, БКБ его будет спасти. Да, его возможно специально начнут Warcry, но это не точно. Возможно, он просто проебывается, потому что, типа, союзникам дать Warcry, типа, в любом случае, более-менее. Да слишком в драфт въебан, типа... Невозможно играть. Леха лучше этой тимы, вы знаете, блядь. 2-0-14. Так кэп-фуп, блядь. Я сказал, игра будет максимум 30 минут. За 20 30 минут они закончили. Учитывая, что они еще хуево сыграли.